Добрый день, меня зовут Бажин Иван Алексеевич, я директор проектов группы компании ФСК и жилой комплекс «Датский квартал» – один из моих проектов. На проекте у нас предусмотрено всего 5 корпусов, 4 из них уже введены в эксплуатацию. Сейчас в стройке находится последний корпус, номер 2. Сейчас на корпусе задействовано 7 башенных кранов. На площадке находится больше 400 рабочих. Сейчас в плановом режиме ведутся работы по устройству каменной кладки и монолитным конструкциям. Наши плановые сроки завершения монолита до августа 2022 года. У нас уже законтрактованы и определены подрядчики по устройству фасада, по устройству светопрозрачных конструкций, по устройству кровли. В ближайшую неделю мы контрактуем подрядчика по поставке и монтажу лифтового оборудования, а в начале лета мы начнем работы по устройству внутренних инженерных систем. Все работы осуществляются строго в соответствии с графиком, по некоторым работам мы идем с опережением. Соответственно, в 2023 году у нас корпус будет введен в эксплуатацию, и мы начнем передачу ключей дольщикам.